начинаем наше выступление. На сцену выходит Майя Мия Ники Степанова. Bye.
Маленькая Эми. Thank you.
Нет. Спасибо.
Пойдешь на линии танцевать? Давай скорее. Пойдешь? А я? Давай, ты будешь? Маша, я тебя буду. А ты либо в поле, либо в поле. Давайте мы вот так встанем, чтобы все было вниз. Чуть-чуть сюда подвинемся. Никуша, пойдешь нам? Витя, встань. Мия. Ну что? Майя. Пойдешь? Да. Майя. Маечка. Маечка. Все показывают. Нику, а Нику бываешь? Никочка, а тебя Коля ждет. Кучки отпустите, солнышки мои. Кучки отпустите, посмотрите на... Сейчас будет Оливия, ну засовай, ты как будто шучка занята. Посмотри на всех, посмотри. Кучки отпустите. Здесь какая-то маленькая. Вот так. Вот. А давай мы тебя в серединку поставим. Хорошо? С одной стороны девочка. Вставай в серединку, отпусти ручки. С другой стороны девочка. И Коля в серединку. Вот красота какая. Теперь выпускайте мальчика. Ну что, знаете, настроились? Нужно помириться. Посмотри, посмотри на меня, дружочек. Повернись, улыбнись, обними разочек. Раз ладошка, два ладошка, хлопают мальчишки. Покружились, покружились девочки, малышки. Скажи мне немножко, Алиса, расскажи, дружочек. Посмотри, Thank you.
столько родителей, столько зрителей. Поэтому не судите строго, они очень готовились, они молодцы, умнички. Хотела поблагодарить наших учителей, которые подготовили наш утренник, которые вложили всю свою душу и внимание. Это учитель танцев Евгения Краснова. Я не знаю.